toward infinity. Infinity. The palm of your hand. And eternity. Всем привет! Хотелось бы обсудить одну небольшую тему. Много видео, которые я смотрел, ну так, для интереса, для своего лично, показан удар ладонью, удар кулаком по системе самообороны, как правильно вырубить человека, который на вас нападает. И в то же время авторы видео показывают, что работа на чистом мешке, без всякого отхода, ровненько встал и ударил. Человек, который на вас нападает, он не будет вот так стоять и ждать, пока вы его ударите. Удар хороший, ладонь очень сильный удар, как и локоть, как любое движение, если оно поставлено, если есть акцент удара. Но маленькая заметка, если вы хотите наработать и правильно его сделать, поймите, что нарабатывать можно, стоять и бить, только в мешок. В более реальной ситуации вы должны отойти и мерить дистанцию. Подход, отошел. То же самое. Отошел. У вас должна быть дистанция, которая наработана. Просто стоять и думать, что вот это поможет, не поможет. Это у вас только отложится в голове, вы будете думать, о, я с этой дистанции бью сильно. Работа с места мало что дает. Как по сути набивка, просто кулака помакивали. Нужно движение. И не надо вымерять движение, там шагами отошел, подошел, типа стой, сейчас я померю, сколько до твоей головы. Это не работает. Пробуйте вымерять дистанцию, отходить в любую сторону от своего мешка. С подходом чувствовать, где мешок находится, где находится эта часть, которую вы наносите удар. Это немножко другой уровень, но он более эффективен, чем стоять, представить противника и думать, что он дерево без движения. Все очень просто. Немножко отошли, дистанция может быть, рука моя далеко, тут еще много. И легкий подход. Закрыли, вышли, закрылись. Пока все.